Выборы депутатов Мажилиса и местных маслихатов в 15 регионах Казахстана завершились. В 20:00 приостановлено голосование в 5 регионах страны, а именно в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областях. По состоянию на 18:00 по времени Астаны 6 390 046 граждан республики, включенных в списки избирателей, получили бюллетени. Это составляет 53,11% от общего числа избирателей. Стоит отметить, что при представительствах Казахстана в 62 иностранных государствах открыто 77 избирательных участков. В них должны были проголосовать 12 016 человек. В 18:00 по времени Астаны завершили работу 11 избирательных участков за рубежом и проголосовали около 5000 граждан Казахстана, включая те, которые сейчас работают. Это 42%. 66 участков продолжают работать. В целом голосование за рубежом завершится в 9 утра 20 марта на избирательном участке в Сан-Франциско.